Здравствуйте, друзья. Все готово к началу матча. Перейдем к составам буквально через минуту. А пока позвольте представить моего коллегу. Георгий Черданцев и Константин Генич вместе с вами сегодня на этом матче. Поехали. Перед нами состав Торино. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. Смотрим состав Фиорентины. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Из этой атаки может получить Фальке! Буфонище! Был бы он, если бы у него была такая фамилия. Угловой. Белотти, забивай! Опять штанга! Пока неплохо. Хороший пас верхом вперед. И подача туда, в сторону ворот. Хороший вынос мяча из штрафной. Яго Фальке. Фальке! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Мяч летит в центр штрафной. Решил пробить. Красиво сыграл вратарь. У нас угловой. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Итак, у нас аут. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Матиас Фернандес. Милан Бадель. Не очень аккуратно сыграл в отборе сейчас футболист, но можно играть, показывает арбитр. Еще чуть-чуть, гол мог быть. Адам Ильяич. Фальке. Атака через фланг, есть тут свободное пространство. Навес в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Матиас Фернандес. Эмилиано Моретти. Адам Ильяич. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Это может быть опасно. Перехват мяча и можно начинать атаку в обратную сторону. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Яго Фальке. Мяч в штрафной. Не может его вынести защита. Фальке. Фальке! Мяч уходит на угловой. Ставит корпус, не расстается с мячом. Матиас Фернандес. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Матиас Фернандес. Санчес. Судья позволяет продолжить атаку. Здорово отобрал мяч у соперника, так что тот даже, по-моему, и не заметил. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Базелли! Ну а здесь кого винить? Только себя любимого.